Итак, дорогие дамы и господа, мы продолжаем очередную серию темы «Посылка из Китая». Что там? Бла-бла-бла, простая посылка. Евгений Семенов, он, видите, пришло из Гонконга. Пи-пи-пи. Что это было, я уже не помню. Что-то там 2 бакса стоило с копейками. Ладно. Сейчас вскроем, посмотрим. Лишаем пакет. Девственница. Девственности, да. Сейчас позырим, что мне там приходило. Если бы вы знали, какое меня любопытство разбивает, когда я получаю очередную посылку на почте и не знаю, что там. Я такой думаю, ну блин, ну давай, давай, покажи, что ж там такое. Товарищи китайцы очень хорошо запаковали. Очевидно, чтобы не развелось. О! Мне кажется, я получил то, что мне нужно было. Да! Отлично. Вот я честно скажу, вот я вот ждал долго-долго-долго-предолго. Короче, я получил то, что я хотел. Я наконец-таки достал панельку для своего телефона. Будем надеяться, что она вообще подойдет. Еще надо попробовать открыть. Или это вообще, короче, бутафория галимая. Сейчас посмотрим. Ладно, нажму на паузу, короче, пока. Посмотрим, что как. Итак, да, продолжаем, короче, нашу тему. Паузу я нажал. Да, открывается все как надо. От Nokia C2-01. Панель с кнопками. Я заказывал сразу весь и корпус, все, чтобы, короче, вывязалось очень прикольно. Так как мой рабочий телефон уже совсем, панелька у него замучена. Она вообще такая, совсем там вообще ужас, дикий вообще. Сейчас попробуем посмотреть, как там. Так, крышечка подходит, окей. Хорошо, это работает. Так, эту крышку мы, короче, там туда-сюда. У меня есть специальная отверточка для этого дела. Первым делом, вообще, конечно, лучше вырубать телефон, но он уже привык, когда если батарейку с него выковыривают. Поэтому можно сразу, короче, батарейку выцегонить, симку достать и начинать раскручивать, короче, по корпусу здесь. Раз, два, короче, две вот эти штучки, два шурупчика. Советую сразу заранее приготовить магнит, чтобы у вас не улетали маленькие шурупчики от мобилок. Чтобы потом судорожно не бегали, не искали по всему дому. Так. Так. Надо нам еще наш волшебный ножик, чтобы разобрать корпус. И вообще надо кишки будут разобрать, вообще полностью достать. Что, наверное, многострадальческий телефон, но корпус выкидывать не буду, потому что, судя из моей практики, бывает всякое в жизни, и даже новая китайская панель может оказаться намного хуже, чем старая, проверенная, оригинальная. Так, надо протереть туда-сюда, все это дело тряпочкой. Здесь, кстати, надо тоже разъединить очень аккуратно. Да, я знаю, что те, которые занимаются ремонтом мобилок, они, наверное, сейчас в ужасе наблюдают за этой картиной, как я ножом вскрываю, короче, бедную панельку китайскую. Но мне, честно говоря, монопенисуально, чего там думать. Так. Опа, так, сняли. Кнопки все дела, целка, короче, я его снимать не буду вообще, она пригодится, пока не сотрется вообще в конец. Затем. Окей. Сейчас будем выкручивать, короче, всю эту штеллу. Я буду все дело снимать онлайн, чтобы... Как онлайн? Целиком, без пауз. Чтобы вы увидели, что Женька вам не только болтать умеет. Так, иди сюда.
моя impossible, а нифига себе, о, нифига себе, ой. Очень аккуратно все это дело разбирается. На самом деле, мобилу разобрать несложно. Надо кое с чем сравнить. Так, что у нас тут? Ага. Вот эту штеллу достаем. С. Нам нужно на новый корпус. Давно хотел, честно сказать, заказать. Что-то мне как-то лень было там туда-сюда, а потом я открыл для себя волшебный интернет-магазин под названием AliExpress, где очень простая регистрация, где можно вообще по-легкому все заказать все и не париться. О! Вся деталь зашла как новая. Так, теперь, короче, надо вообще, по идее, тут продувать всю шнягу. Но мне дико лень. Потому что я уже как бы чистил как-то все это дело. Надо будет единственный экранчик почистить, потому что он грязный. У меня есть такая специальная жидкость, короче, для монитора. Я ее уже пользую, наверное, лет 7. Вот честное слово, купил как вместе с этой тряпкой. Вот так и пользую. Да, конечно, можно было снять вот этот корпус, протереть экран, но не лень. Главное, что мобила все равно будет работать, и это вот мне самое важное. Так, вставляем сюда, возвращаем, скажем так, на место. Так, закручиваем шурупы. Пока что все входит нормально, но вы знаете, иногда бывают такие приколы, что если ты ставишь и потом бас облом, не получается. Ну извините, за 2 бакса чего вы хотите, или за 2 евро, я уже не помню. Или китайцы написали 2 евро, а стоил он дороже. Я, честно говоря, короче, не помню, ссылку в описании зафигачу, чтобы вы могли спокойно посмотреть. Если захотите, можете себе заказать тоже, кстати. Нифига себе. Так. Уже полдела сделано. Ага, полдела сделано. Вот я хэтчписька голова. Я все время забываю вот такие штуки. Контакты. Что их тоже надо, короче, менять. Нифига себе. Миссия моя, им спасибо. Придется опять сейчас выкручивать. У меня такое бывает. Особенно, когда после ночи приезжаю, уставший. Начинаю дико буксовать. И забывать всякие штуки-дрюки. И не страшно. Так, нифига себе. Миссия моя, impossible. Так, вставляем гнездо зарядки. Затем вставляем очень нужный девайс. Динамик. Так, Райкин. Это у меня код тут один есть. Хулиган хулиганом. Так, вроде бы ничего больше не забыл, уже все поставил. Закручивать опять. Я люблю переделывать, у меня такое часто бывает. Я думаю, не я один такой, который разбирает, собирает по 20 раз и лишние детали еще находит после этого. Мобилки с машинами тоже такая же ботва бывала, сколько раз чуть разбираю в автомобиле там какую-то штуку дрюку, собираю, все работает, но лишние болты образуются, откуда хрен его знает. При этом ничего не пропадает, нормально все. В смысле, без потери качества. Сейчас. В море. На дно. А,
Так. Сейчас по кранчик еще раз протру, потому что у меня немного засрано. Пальцами потыркал уже. Спасибо. Нифига себе. Ой. Куда? Вот где отсюда шурупы не могу найти. О, нашел. Ну, я же говорил, что надо магнит. Потому что летает все. Ну, ой, собачка, дай пирожка. О. Сейчас закрутим, будет зашибись. Так. Надо аккумулятор вставить. Но, сейчас проверим. О! Сегодня у нас 2 февраля 2016 года. Ой, телефон как работает. Ой, вы видите, ну, блин, ну как новенький. Вообще, а то я, вот реально, короче, разница же есть, да? Посмотрите, цену. Такой трипер был. А корпус там это. Замученная совсем, короче. Видите, царапинки, все дела. А тут сейчас... 02-02-2-16. Че у нас, сука, там? 16-13. Все, ляпота. Телефон как новый, юзай как хочешь. Единственное, что он иногда подвисает, но это, видимо, от старости своей. Ничего страшного, я его потом сброшу, короче, вообще. Чтобы он на заводские установки ушел. Так, кстати, надо, знаете, что посмотреть? Как он сейчас снимает? Нормально. Также нормально все идет. Опа. Ну, сейчас... Так, кот. Кот у меня вообще терминатор, на самом деле, еще тот. Он такой вообще, вообще при вообще. Я вам могу еще раз показать. Без ножа. Райкин, иди сюда. Райкин? О, сейчас. Привет, привет, Райкин, посмотри на людей. У меня, кстати, там видео есть одно. Он у меня был очень маленький, ему был месяц, наверное. Сейчас ему где-то 5 месяцев. В общем, там случилась такая фигня, я вас от смерти спас. Нашел его в одной машине под капотом, короче, в моторном отделении этого кота. И там целую спасательную операцию устраивали. Короче, потом его лечили там. Я еще ветеринарке денег остался должен. Ну, отдам, конечно, рано или поздно. Для этого видео снимаем, чтобы кота накормить, да за ветеринара заплатить. Вот, короче, отошел от темы. Видите, визуальный вид какой был здесь слева и какой здесь китайцы пригнали. Все нормально. Кстати, по поводу звука. Надо сейчас еще запроверить. Ага, кому? А, у меня еще один магнитик есть. Да. Сейчас позвоним, проверим. Так. Алло. Алло. Все нормально, короче, играет, зашибись, отлично вообще. Ну, вам просто остается мне поверить, то, что, короче, что здесь динамик нормально работает, что здесь микрофон, короче, не парит ничего. Знаете, как раньше было, у китайцев заказываешь, полная херня. В общем, мобила пашет, получилось вам два обзора, два в одном.
заказ посылки из Китая. Кстати, китайцы в этом году заказывал, короче, они уже мне прислали. По-моему, в этом году, да. Плюс сборка, ремонт телефона. Есть что обращайтесь, я вам расскажу. По поводу ремонта мобил, я вам могу только простые мобилы. Это у меня кот там на заднем экране. Вот там он там фигачит вообще там во все. Наушники у меня уже стырил. Редиска. В общем, такие пироги. Отвертка вам нужна для разборки. Вот такая. Размер отвертки. CR-VT6 умножить на 60 миллиметров. В описании, короче, напишу показания вот этой отвертки, вернее, данные, чтобы вы на всякий случай для себя знали, какую отвертку нужно использовать для того, чтобы разбирать, допустим, телефон C201 Nokia. Все, всем всего хорошего, это был Джедай. Пальцы вверх, я дико уставший, так что не ругайтесь. Хотите, подписывайтесь, не хотите, не подписывайтесь. Можете ставить дизлайки, лайки, дело ваше. Я показал, ваше дело посмотреть. Комменты, короче, вот там внизу. Вот. А-та!